Итак, в этом видео я расскажу о новом Chevrolet Onix. После успешного дебюта в Мексике новый Chevrolet Onix должен прийти и на наш рынок. Модель имеет очень хороший и современный дизайн. В Америке это один из самых продаваемых автомобилей за прошлые года. Новый Chevrolet Onix теперь с турбомотором будет доступен в кузовах седан и хэтчбэк. Автомобиль построен на новой платформе GM. Визуально он имеет достаточно много отличий от прошлой версии, потому что новый Onix был переработан с нуля на новой платформе, и теперь он выглядит еще более изысканным и современным. Колесные диски будут на выбор от 14-дюймовых до 16-дюймовых. Под капотом скрывается двигатель на 1 литр и всего 3 цилиндра, 12-клапанный, с мощностью 115 лошадиных сил и крутящим моментом 160 ньютон-метров. Все это будет работать с механической коробкой передач на 5 ступеней или автоматической на 6. Также доступен бесключевой доступ. Размеры автомобиля версии хэтчбэк: длина 4 метра 16 сантиметров, а длина седана 4 метра 47 сантиметров, ширина 1 метр 73 сантиметра, высота 1 метр 47 сантиметров. Также будет доступна версия RS с черными колесными дисками и спойлером, которые делают дизайн более спортивным. Багажник у хэтчбэка имеет 275 литров и 469 литров у седана. В данной версии Chevrolet Onix дизайн салона получился очень современным. Появился новый трехспицевый руль, который регулируется по вылету и углу наклона, и 7-дюймовый экран мультимедийной системы, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Динамики устанавливаются в количестве 6 штук. Также доступны 2 USB-зарядки. В автомобиле установлена аналоговая панель приборов с экраном по центру под бортовой компьютер. Что касается безопасности, то автомобиль поставляется с 6 подушками безопасности, крепление Isofix, трехточечные ремни безопасности, и автомобиль получил оценку в 5 баллов и является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Также в автомобиле доступны ABS и система контроля устойчивости тяги, помощник трогания при подъеме. Как вам такой Chevrolet Onix? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться этим видео в соцсетях.